В общем, всем привет. Посмотрел я тут видяшку у Киборга с таким сайтом vtfazy.net, то есть лотерейка Dota 2 вещей. Ну и решил поиграть. Ну как поиграть? Вот решил чисто проверить. Закинул душечку на электронный кошелек и купил вот этот вот набор. Это за 126 рублей, 3 плюс 1 ключ. То есть один ключ бесплатно. Вот. Поиграть я хочу на Аркану, это то есть за 117, это 3 ключа. И плюс один остается, это обычный курьер, тоже за один ключик. Ну что, попробуем? И это да, выпадает сетик на УД за 59 рублей. Печально, конечно, печально. Так, у нас 62 рубля. Ну и как говорил я, у нас есть один ключ, обычный курьер. Да, ну давайте откроем. Печалька. И это выпадает за 10 рублей. Так, ладно, у нас есть 72 рубля. Я попробую открыть ДК Immortal. Сейчас закину денежку. Так, ладно. ДК у нас не получится, Immortal это открыть, но попозже. Если не хватает уже денег. Попробуем еще раз курьера. Курьер выпал у нас перед этим за 10 рублей, по-моему. За 8 рублей теперь выпадает. Так быстро, так рядом был Нави. Хм. Супер приз курьер. Что ж, попробуем ДК. Вот, у вас уже не хватает. Ладно, закинем еще 5 рублей. Так, ну что ж, ну все. Есть у нас два ключа, попробуем открывать Immortal ДК. Летает хук и выпадает сет на ВР-ку спина. Ну конечно же ни о чем, вообще ни в одной игре, ни что ни тут, там ничего вообще не оправдалось. Так что лажа, мне кажется, это все лотерейка то это. Что я хочу сказать, не надо суваться сюда с 300 рублями, с 200 это вообще не поможет. Если что-то выигрывать пытаться, то это надо закидывать не меньше 1000, мне кажется, и сразу лезть сюда, покупать ключики, которые не меньше 1000. Или же с этой 1000 в Аркане бомбить сет на манифолд парадокс. Я даже не знаю. Или же играть, доплачивать за шансы. То есть выпадание, чтобы не дешевый предмет вам выпадал. В общем, кому не жалко денег, можете зарегаться, посидеть, погонять просто. Вон меня уже зовут в дотку. Но это ладно. Если будет времецо, то, скорее всего, еще можно запилю видяху и попытаюсь испытать удачу еще раз. Ну, на этом все, наверное. Всем пока.